пара каноэ – вид спорта, который получил свое место в паралимпийской семье совсем недавно. А для казахстанских тренеров это и вовсе новинка. Тренеры по гребле не работали с людьми с ограниченными возможностями, поэтому пара каноэ не было распространено. Тем не менее, появился парень – Жалгас Тайкенов, который, надеемся, сможет открыть историю побед в этом новом для Казахстана виде спорта. We've been standing in the rain all night, crying happy tears for you. And ever since we met, things feel right, like when a crystal meets the sunshine. I could burn up in your flame all night, and spread my ashes over some time. 18-летний спортсмен впечатляет своей выносливостью всех. Парень говорит, что к спорту стремился с самого детства, никогда не отчаивался и всегда хотел достигнуть спортивных высот. И это несмотря на страшную аварию, после которой 5-летний Жалгас лишился ноги. Я всегда любил спорт, я всегда относился к этому серьезно, всегда любил тренировки, потому что я не мог жить без тренировок. Ну как, я просто ходил, тренировался, но не думал, что... Я знал, что я выйду, ну там... когда-то на международный соревн, но не так быстро. Допустим, уже через, как я вышел на воду, через каких-то пару месяцев я в Москве проходил классификацию, и я ее прошел, я даже не думал, что я пройду, прошел и получил вот, допуск на соревнования международного уровня. Первый раз я выступил на чемпионате мира. В подростковом возрасте Жалгас увлекся стрит-воркаутом. Тогда в способности парня мало кто верил, но он смог добиться успеха. Незабываемые ощущения. Очень понравилось. Даже сам процесс тренировок мне нравится. В плане не то, что вот именно сами гонки, а вот эта вода, она реально успокаивает. И получаешь какое-то такое наслаждение, удовлетворение от тренировок. Но мне это нравилось. Если честно, когда я начинал заниматься, я не думал, что... мы выйдем на такой серьезный уровень. С этого года Жалгас будет выступать за Южно-Казахстанскую область. Федерация по гребле занимается подготовкой спортсмена. Тренироваться Жалгас будет в Абхазии вместе со сборной России. Амбициозных задач сейчас мы прям для него не ставим таких, потому что будем смотреть в процессе подготовки, насколько уровень его будет подготовки повышаться. Тем не менее, цели и задачи нашей федерации, вы сами знаете, это завоевание олимпийской медали. Жалгас Тайкенов – единственный казахстанский параканоист, который получил олимпийскую лицензию в Рио. Он говорит, что трудностей не боится и считает, что в какое бы положение жизнь его ни ставила, он сможет справиться со всем. Ведь когда в груди стучит храброе сердце, добиться можно многого.